Смотри! Добрый день. Ты теряешь время. Я не буду говорить. Меня учили выдерживать все формы пыток. Посмотрим. Делай свое грязное дело. Я спрашиваю тебя по-хорошему, где найти Волкова? Хорошая попытка, но я тебе ничего не скажу. Я спрашиваю, где найти Волкова? А я говорю тебе снова, хорошая попытка, но я ничего не скажу. Я спрашиваю последний раз, где найти Волкова? Ты что, держишь меня за дурака? Ты думаешь, что я что-то расскажу тебе только потому, что ты просила меня 3 раза? У меня степень магистра Принстонского университета по экономике. Я не из тех идиотов, которых ты знаешь. Ты не знаешь, где он, не так ли? Нет, знаю. О чем я? Разве сказал бы Дмитрий Волков такому подхалиму, как ты, куда он идет? Дмитрий и я очень близки. Очень. Я не люблю, когда меня называют подхалимом. Я работаю очень много. Ты же понимаешь, это не так и легко быть преступником. Это большое напряжение. Прощай. Подожди. Я не знаю, где Волков, но у меня действительно есть кое-что, что тебя заинтересует. Это займет около 15 минут, чтобы попасть в аэропорт. Ты хотел бы этого, не так ли? Извините. Не на твою жизнь, ты подлец! Я американский гражданин. У нас в Америке есть моральные устои. Я не понимаю.
минуту, я лучше пойду в аэропорт пешком, чем буду слушать эту чушь. Я думал, что это цивилизованная страна. Ты уверен, что она придет? Она будет здесь. Если она выберется, я убью любого, кого она оставит в живых. Ты меня понял? Вполне.
Эй! Что? Там какой-то корабль. Расскажем об этом Волкову. Пожалуйста. Мы встретимся снова, мисс Арчер. Нет нужды говорить, что марокканское поручение было полной катастрофой. Отчитайтесь перед военным отделением для разбора полетов. Ну, я думаю, мы можем определить Марокко как ужасное несчастье. Я знаю, что мы напросились на неприятность, послав женщину, такого ископаемого, как Лури, на подобное задание. Не будем торопиться с выводами, хорошо? Торопиться с выводами? Я думаю, что факты говорят достаточно сами за себя. Посол Монро мертв, и мы потеряли еще одного оперативника, хотя его следовало бы устранить давным-давно. И все, что мы имеем, это воющий, необразованный пленник, который ничего не знает об использовании, и мисс Арчер, которая вызывает тревогу недостаточным уровнем компетенции в этой области. Можешь говорить обо мне, что вздумается, но если плохо отзовешься о Бруно, я покажу недостаточный уровень компетенции на твоей башке. Потому что ты женщина и, следовательно, генетически не способна обуздывать свои эмоции. Я готов поверить, что ты как раз не угрожала члену комитета физическим насилием. Однако, если ты заговоришь со мной еще резким тоном, мне придется избавить тебя от обязательств. А что касается твоего наставника, есть причина подозревать, что он предатель. Бруно? О чем ты говоришь? Очевидность косвенная, но заслуживает внимания. Это же безумие! Исходя из информации, полученной во время расследования в Марокко, мы знаем, что агент Лоури Бруно был связан с парнями из Харм. Но Волков выстрелил в него! Возможно, чтобы оглушить его. А возможно, Лоури требовал слишком многого в обмен на свое предательство. Признанное предательство. Лоури был личным другом и одним из наших лучших агентов. Пока он не будет признан виновным, он заслуживает, чтобы его уважение не порочили. В любом случае, кажется разумным предположить, что вы не думали бежать, мисс Арчер. Бруно не был предателем. Ты уверен?
уверена. Каждый мужчина имеет свою цену. Каждая женщина тоже, я полагаю. Когда мужчина достигает конца своей карьеры, это естественно, что он начинает беспокоиться о будущем. Я полагаю, что некоторые легко приспосабливающиеся мужчины найдут в себе мужество прибегнуть к изменениям. Ваша цена, мистер Смит. На что вы намекаете? Только на то, что если бы Бруно был способен на измену, то мы тоже способны на нее. Достаточно. Мы не имеем ни привилегии, ни намерения судить агента Лоури при таком стечении обстоятельств. Мы будем продолжать наше расследование до тех пор, пока не раскроем правду. Тем временем, Арчер, мы должны дать тебе другое задание. Хотя мы даем тебе неохотно, уверяю тебя. Мы связались с восточно-немецким биофизиком по имени Отто Шенкер, который хочет перебежать на Запад с нашей помощью. Мы знаем, что доктор Шенкер работает над секретной программой по советскому оружию, хотя точный характер его исследования остается для нас загадкой. Он обещал детальную информацию по программе в обмен на свою свободу. Едва ли стоит преувеличивать важность этого задания. Мы потратили столько времени, чтобы завербовать надежных шпионов в Берлине. Кажется, что Стаси имеют уши во всех местах Восточной Германии. Поэтому мы принимаем дополнительные меры предосторожности. Какие дополнительные меры предосторожности? Это то, что мы называем обменом эффекта домино. Ты войдешь в различные контакты с людьми. Каждый будет задавать тебе вопросы, чтобы разговорить. Потому что люди не знают друг о друге или о твоем задании. Смутная информация, которой они обладают, будет для них бессмысленной. И в добавление к Стаси, они захотят завладеть этой информацией. Великолепно. Мы также организовали диверсию, чтобы скрыть твой побег. Наш человек в здании Вернер фон Гаупт разместил взрывчатые вещества в нескольких местах в районе сохранения записей. Тебе необходимо будет разместить эти вещества и поставить таймеры. Мы также требуем, чтобы ты проникла в главную библиотеку и сфотографировала определенные деликатные документы, относящиеся к исследованиям доктора Шенкера. В случае, если он не такой услужливый, как обещал. Фон Гаупт предоставит маскировку, которая поможет тебе проникнуть в тренировочное сооружение, где будет работать доктор Шенкер. Размести доктора и выведу у него все. Запомни, если это задание успешно закончится, мы нанесем сильный удар советскому народу. Мы рассчитываем на тебя, Арчер. Я тебя не подведу. Но ты едва ли сможешь испортить эту работу так же сильно, как в Марокко. Может быть, ты хочешь протестировать новые штучки, которые создатели игрушек приготовили для тебя? Выйдет из строя.
вместо этого попытайте вообще избежать. Если на камере загорается красный свет, то это означает, что ты обнаружена, и камера направляется на тебя. Скройся, пока тебя не признали за угрозу. Если ты находишься достаточно близко к камере, ты услышишь, как она направляется на тебя. Прислушайся, как она возобновит сканирование, прежде чем отступишь назад. В завершении постарайся не оставить тела, лежащего перед камерой. Это так же плохо, как и быть замеченным. Хорошо, теперь можешь переходить на следующий уровень. Стрельба в них, очевидно, вызовет столько же шума, как и попадание в бревно. Посчитай их движение, прежде чем попытаешься обойти их. Хорошо, теперь можешь переходить на следующий уровень. Великолепно! Отлично! С нами связался доктор От. Добрый вечер, Фриолин. Вы занимаетесь любовью с незнакомцами? Конечно же нет. Тогда позвольте мне представиться. Почему бы тебе самому не заняться походом к полицейскому и не избавить меня от этого? И все же, кто делает эти ужасные шифровки? Кто-то в криптографическом отделении. Кому-то нужна девушка, очевидно. Что у тебя есть для меня? Только это. Вход спрятан. Спасибо. Удачи! Алло? Ты свободна или это будет мне что-то стоить? Больше, чем себе позволяешь. Почему меня заставляют говорить эти идиотские вещи? Ничего, скажи мне, что у тебя есть. Мне сказали передать, в подвале. Спасибо. Скажи тому шифровщику, чтобы он повзрослел. Оставь меня. Хочешь начать игру в Твистер? Лучше поездить с тобой в моей машине. Эти шифровки имеют какой-то проповеднический тон. Ты так не думаешь? Да, теперь когда ты напомнишь. Thank you.
говорится, библиотека. Хотите выпить? Ты самая красивая девушка, которую я когда-либо знал. Ты также можешь готовить и убирать? Нет, но я могу определить тебя в больницу. Возможно, найдешь там кого-то, кто присмотрит за тобой. Какой кретин говорит такое? Я боюсь обнаружить это. Кстати, я должен тебе сказать это. За полкой. Спасибо. Пожалуйста, не думай, что мне нравится говорить подобные вещи тебе. И хотя это были не мои слова, я чувствую отвращение, и поэтому должен вернуться домой и смыть все с себя. Не беспокойся. Ты очень молодая и добрая. Удачи тебе. Вход открывается кнопкой, спрятанной в библиотеке за полкой. Что ты здесь делаешь? Я нашла эти деньги на земле и подумала, что, возможно, они твои. Отлично, давай быстренько уходи, не попадись. Ха-ха, она действительно тебе это сказала? Да, представляешь? Так что ты сделал? А как ты думаешь? Я знаю, что мне следовало сделать. Тогда у тебя есть ответ. Ну и как она? Что вы имеете в виду? Ты знаешь, что я имею в виду? Нет, не знаю. Я думал, ты сказал, что... Ну ты знаешь. Что? Я этого не говорил. Что ты сказал? Почему ты вообще должен спросить? Не думаю, что мне надо было спросить, но, наверное, я ошибался. Ты должен очистить свой разум. Иди к дьяволу. Thank you.
слышал, что случилось с Дит? Ты слышал, что случилось с Дитером? Нет, что? Он пошел с любовницей в ресторан вечером, и их увидела сестра его жены. Отец небесный. Это еще не так плохо, конечно, сцена была еще та. Само собой. Так что он пошел с девушкой домой и ужасно поругался. Она хочет, чтобы он развелся. Я так и думал. В любом случае у них раскол.
come out wherever you are. Опять есть работа. Thank you.
Спасибо, я, похоже, свой номер телефона потерял. Нужно твой. Я в книге, посмотри под полицейским управлением. Ты опоздал. Раньше не получилось. Ладно, вот, возьми это удостоверение. По нему ты племянница коменданта Хана. Пройдешь через приемную, а дальше все в своих руках. Персонал на тебя внимания обращать не будет, но остерегайся охраны и камер наблюдения. Твоя маскировка их не обманет. Спасибо. Беги, если тебя поймают, я не смогу помочь. Понимаю. Почти забыл, я думал, тебе понравится. Будет нелегко, это факт. Не хочешь выпить чего-нибудь? Отлично. Так что ты хочешь? Очень смешно. Я могу надо помочь? Надо как-то развлекаться. А вот и шипучка. Someone get back up! Can I hide anywhere? You there!
доктор Шенкер. Кто вы такая? Познакомимся позже, сначала нужно выбраться отсюда. Они отправили женщину освободить меня, боже мой. Вы можете предъявить формальную жалобу, как только мы коснемся территории Запада, а пока мы можем идти? Это не было частью соглашения. Это ее! Я на минутку, доктор. Как я говорила, нам нужно идти. Похоже, у меня нет выбора. Один момент, моя жена. Будет нелегко, это факт. Не хочешь выпить чего-нибудь? Thank you.
Доктор Шенкер. Макшмер! Как я Thank you.
Thank you.